Одним из первых среди кандидатов на должность губернатора Воронежской области проголосовал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Гордеев. Как всегда, Алексей Васильевич голосовал на избирательном участке в Воронежской школе номер 37. Настроение хорошее, боевое. Очень надеюсь, что все воронежцы используют свое право голосовать. Считаю, что не должно быть равнодушных. И будем подводить итоги в 20:00. Самое главное, чтобы все воронежцы, особенно молодежь, воспользовались правом, пришли, проголосовали, и понимание того, что надо в себе развивать гражданскую активность и вообще культуру, в том числе и политическую культуру, это, в общем-то, ну, дорогого стоит то, что у нас сегодня в обществе есть возможность проявить себя и высказать свой голос и сделать свой выбор. Удивительная погода, не совсем характерная для сентября, сказалась на настроении избирателей. Все, с кем мы беседовали, находились на позитивной волне, понимая важность сегодняшнего дня. Ведь 10 лет население Воронежской области не избирало высшее должностное лицо региона. Губернатор назначался из Москвы. Теперь же у всех появилась возможность проголосовать самим за свое будущее, выбрав наиболее достойного кандидата. Действительно очень важно. Мы сегодня выбираем губернатора. Мы говорим о том, что, доверяя ему свои мысли, задачи, он сможет реализовать все те поручения, наверное, которые ждет от него Воронежская область. Мы всегда приходим на выборы, потому что мы должны участвовать в таких политических событиях. Мы закладываем сегодня завтрашнее будущее наших детей и внуков, поэтому обязательно. По оценкам членов участковой избирательной комиссии, утренняя явка несколько выше, чем год назад на выборах мэра Воронежа.